Несмотря на каникулы, Лера Фаградова торопится на занятия. Она стала победительницей 8-го Московского областного чемпионата «Обилимпикс» в компетенции «Кондитерское дело». Теперь Лера готовится выступить в Москве. Для этого свои кулинарные таланты в лепке из мастики нужно постоянно совершенствовать. Я добавляю краситель и смотрю, какой цвет получается. Если он мне не нравится, я добавляю еще красителя или смешиваю. Подбирает нужный цвет, разминает материал, вылепливает сложные детали. На конкурсе Лера представила фигурку маленького клоуна в двух экземплярах. У него волос, у него глаза, у него пуговицы, у него лямки. Не так-то просто. Шнурки на ботинках, да? Потом работа большая, кропотливая. Не так просто это сделать. А еще на глаз рассчитать его массу и не превысить допустимые параметры. И все это за короткое время. Волнения переполняли, но с эмоциями удалось совладать. Какое-то определенное время вам будут говорить, сколько времени осталось. Это было очень, страшно, потому что казалось, что я ничего не успею сделать и подведу всех. Но я решила, что буду идти до конца и постаралась, слепила все быстро. У меня даже еще время осталось. Изначально тренировалась на пластилине. Говорит, с мастикой работать гораздо сложнее. Особенно соединять детали. Во всем помогали учителя школы. Большую поддержку оказал Звенигородский колледж. Леру готовила Горшко Анастасия Валерьевна. Она давно участвует в этом чемпионате. Без нее, конечно, бы сложно нам было добиться такого результата. Поэтому коллегам огромное спасибо. В чемпионате приняли участие более 900 конкурсантов по различным компетенциям. Лера впервые попробовала себя в таком масштабном чемпионате. В победу трудно было даже поверить, но рядом были родители, учителя и друзья. Самое главное – поверить в себя. Понять, что нет преград. При желании, поддержке можно добиться всего, чего угодно. Они уверены, Леру ждет еще много побед и свершений. Желают не сомневаться в своих силах и почаще улыбаться. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».